В очередной раз организаторы мероприятия собрали детей с особенностями развития, а также детей из многодетных семей вместе с их родителями в торговом центре «Миллионный». Цель неизменна – порадовать ребят, подарить им ощущение праздника в обычный будний день. Чтобы осуществить задуманное, добровольцы Белорусского общественного объединения демографической безопасности подготовили для них насыщенную развлекательную программу, благодаря которой маленькие гости могли проявить себя в танцах, пении, конкурсах на ловкость и смекалку. Такая идея собрать в одном месте ребят давно зарекомендовала себя как эффективный способ развития детей, адаптации их среди окружающих, проведение ими максимально активного и полезного досуга. Благотворительная акция «Вместе подарим улыбки детям» нашла отклик и у представителей власти. Побывали на празднике, в этот раз новые гости. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, а также депутат Брестского городского совета депутатов Татьяна Авдейчук. Мне не безразлична судьба вот детей. И, ну, наверное, своим примером я тоже показываю, как и депутат Палаты представителей, что к этим акциям, к таким детям нужно больше привлекать внимание общественности, в том числе и неравнодушных людей. И мое личное отношение, что таким акциям быть... Много солнца, много света не бывает. А сегодня наша акция называется «Подари улыбку детям». Пусть дети смеются, пусть они будут счастливы. Только счастливый человек может творить дела. А учитывая, что дети – наше будущее, пусть они будут счастливы сегодня, чтобы творить хорошие дела в будущем. Поэтому это очень замечательно, что вот есть такая организация, небезразличная, которая организовывает на общественных началах, но вот это общественное начало, оно говорит, что с этого начинаются наши великие дела. Благотворительная акция «Вместе подарим улыбки детям» в седьмой раз собрала детей из города Бреста. Седьмая, но ни в коем случае не заключительная. В планах организаторов широкий охват юных берестейцев, оказание внимания ребятам из разных уголков области. За время проведения мероприятия более 200 детей получили улыбки, а значит, цель организаторов оправдана. Приносит благодарность для тех, кто, ну, помогает, волонтеров из центров приносят, и сами родители говорят, что им, наверное, больше даже многим понравилось, чем детям, потому что детям всегда весело, а родителям было тоже очень интересно. То есть есть общая такая взаимная, как бы, любовь к этому мероприятию. Мы взяли курс на полный год, то есть ежемесячно, раз в месяц, 12 месяцев провести с детьми эти мероприятия. Если у нас поблизости, скажем, ну, центры, где воспитанники, ну, с детьми с ограниченными возможностями закончатся, то мы будем приглашать из районных центров, и, ну, по области Бреста будем стараться и каким-то образом доставлять для того, чтобы здесь для них устроить праздник. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания МУК-ТВ.